откусил. Тагил! Бейцы подвязал! Что? Мы Олег говорим, левая сторона, Тойота заезжает. Владу сейчас хорошо. Надо сюда ехать, тут ордеры. Влад перестал ездить медленно, у него машина на медленных идет. Он теперь идет как джиперой, гля, на газу, вау! Бля, Серёга это самое сгружает. Бля, что он не едет? Переключился. Да ну нахуй. Влад уже почти наверху, да? Да, это левая сторона, она более легкая. А вот эти долбоебы. Вот это Костя экшен. Это еще 4:2, ты видишь? И он дурак назад жопу тянет, вместо того, чтобы встать. Вот он без понятия, полностью без понятия. Скажи, тут надо стоя ехать. Тут надо стоя ехать, еблан тупой. Стой, на этой фигне тяжело. Оставь, тяжело. Надо тело вперед наклонить, чтобы центр тяжести увести. Тело вперед, но не стоя. Ближе к рулю. Ну. Но знаешь, в чем прикол?